Местный рыбак. Он вел преследовавшую меня машину. Неужели? Тогда придется его тщательно проверить. Конечно. Я хочу принять душ, прежде чем мы встретимся с Плейдл Смитом в клубе. Водка с мартини, сэр. Как вы и просили, смешано, но не разбавлено. Что-то еще, сэр? Нет, это все. Странно, что старина Стрэнвейс вот так вот и исчез. Ничуть. Шершаляфам, его секретарь, весьма симпатичная девушка. Вы знали ее? Видел пару раз. Полагаю, никто из вас не может пролить свет на тайну его исчезновения. Намек в разговоре. Он всегда говорил только о рыбной ловле и бридже. Он увлекся рыбалкой 3 недели назад, и с тех пор он каждый день ходит туда. Дорогостоящее увлечение. Рыбаки дорого просят за перевозку, а этот Кворл самый дорогой из всех. Кворл? С Каймановых островов. У него лодка в бухте. Понятно. Простите, где мне найти Кворрелла? Это он. Вы Кворрелл? Возможно. Я друг капитана Стрэнвейза. Очень мило. Мне нравятся люди, у которых есть друзья. Я думал, вы сможете сказать, что с ним случилось. Насколько я знаю, ничего. Если, конечно, у вас не другие сведения. Куда вы его отвозили? Видите там? Карибский бассейн. Именно туда. На рыбалку. Я интересуюсь рыбалкой. Хочу нанять вашу лодку. Извините, она не для найма. Кажется, я попал не по адресу. Точно. Извините, но у меня много дел. Постеллер.